Срочно выбираем, против кого прямо сейчас будем сражаться! Опа-на! Походу, этот чувачок был раньше! Кобик, а ты в курсе, что здесь вышло обновление? А, да? А что изменилось? Я пока что не понял! Борис, давай просто будем играть и сразу же это узнаем! А, может уже наконец-то появилась мастерская? И теперь можно прокачиваться? Борис, ты чё, глупый? Вообще-то мастерская была раньше! Да, но там у нас были элементы, которые были недоступны! А, так они все еще недоступны! Чуть-чуть попозже они разблокируются! Тогда что обновилось в этой игре? Скажи-ка мне, пожалуйста! А, здесь появились два новеньких босса! Они вообще капец, какие имбовые! Ого, реально? Скажи тогда, как же их зовут? Окей, первый это гость 666! Ого, вот этот вот страшный чувак из Роблокса! Брэнд, выглядит он реально как-то страшно! Ага, полностью с этим согласен! Но это еще не все! Есть еще один скибидишник! Опа-на! Ну и какой же? А это я скажу чуть-чуть попозже, когда мы уже выиграем эту игру! Сёма, так мы уже чувака одного уничтожили? Нет, ты не понял, я имел в виду, когда мы пройдем следующий этап! Окей, думаю, то, что это произойдет очень быстро, потому что у нас на очереди самый настоящий скибиди-нубик! Ага, он же вообще лобазина! Давай его просто уничтожим! Я думаю, что это гениальная идея! Прямо сейчас, конечно же, этим займемся, и он 100% даже не сможет нас ни разу ударить! Ага, я, конечно же, постараюсь это сделать, а потом просто добью его настоящим унитазом! Ага, и мы уже готовы это сделать! Туалета убили туалетом. Да уж. Кобик, мне кажется, это немного нечестно. Ха-ха, Сёма, а тебя вообще никто не спрашивал. И я не пойму, где же эти боссы? О, вот же, самый настоящий новый туалет. Сёма, ты кого нафиг обманываешь? Вообще-то его мы видели раньше. О чем мы продули? Ой, ну это вы, наверное, просто небольшие нубики. Угу, еще скажи, что твои скибиди-туалеты настоящие про. Ха-ха, да, Кубик? А ты, походу, шаришь? Так, ну-ка, помолчите! Мы должны сейчас вынести этого страшного монстра! Я вот на самом деле все еще до конца не понимаю, кто это вообще нафиг такой! Мне кажется, что это какой-то чубзик из Дорс в Роблоксе! Возможно, это так и есть, но я все равно немного сомневаюсь. Если ты вдруг знаешь, напиши внизу в комментах! Ага, а я его прямо сейчас уже уничтожил! Да Фагум с ним вообще на изи справился! Еще одна катка, и у нас будет выполнен квестик! Ого, по всей видимости, прямо сейчас мы реально это сделаем! Ага, размечтался! Сольетесь как нубики! Я же говорил! Сама! Это вообще-то ты сейчас играл, дебил! Ты зачем все испортил? Ага, а могли уже быть с пройденным квестиком? А, да там как-то случайно получилось. Но это просто вы, нубасы! Угу, мы так и подумали. Тогда почему у меня на изи получилось сразиться с этим чуваком? Да он потому что был слишком легкий. Ладно, Кубик, поздравляю тебя с квестиком! Ага, и нам нужно еще выполнить один квест. Вынести какого-то черного монстра! И вот тот черный монстр как раз-таки 100% из Дорс в Роблоксе! Ага! Надеюсь, то, что мы сейчас зайдем в следующий раунд, и он нам сразу же попадется! Не, Борис, мне кажется, что шансы на это капец какие маленькие! А спорим, если он попадется, тогда все-все-все прямо сейчас подписываются на канал! Кто еще этого не сделал? Опа-на! Походу, ты понял, что нужно сделать! Борис, я даже поставлю лайк, если ты сейчас выиграешь! Ой! Походу не поставлю. Сёма, ты офигел что ли? Давай лайкос ставь, потому что Борис проиграл из-за тебя. В смысле? А я-то что сделал? Я вообще не виноват. Ага, это ты меня подставил, жучара. Так, ладно, собрались и идем дальше выносить всех туалетов. В этот раз я Сёме точно играть не дам. Блин, а что-то я все равно продул. Да уж, я с вас вообще в шоке. Так, окей, думаю, что нужно немного поменять персонажа. Давай возьмем кота Дремота. Мне кажется, он будет чуточку посильнее. Не, Кубик, он пока что послабее. Но думаю, что мы можем его прокачать. Просто зашли в мастерскую, и здесь нас скоро реально ожидают настоящие компоненты. Кубик, а у меня, кажется, есть настоящие спойлеры, потому что я связался с разработчиком. Что? Откуда вообще? Давай договоримся, если под этим видео наберется очень много лайков, тогда эти спойлеры я покажу в следующем видосе. Окей, лайкосик прямо сейчас нужно поставить, сделай это. Мне уже тоже не терпится узнать, что же будет в следующей обнове. И как же у нас преобразится мастерская? Надеюсь, то, что совсем скоро мы это, конечно же, узнаем. Ну да, если все прямо сейчас поставят лайки. Вообще не понимаю, чего ты ждешь, срочно это сделай, а у нас, походу, очередная победа. Да, я вынес этого монстра настоящей золотой кошечкой. Ага, по всей видимости, эта статуя капец какая тяжелая. Ну не знаю, мне кажется, нормальная. Так,
с этим чуваком мы справились, и теперь переходим к настоящему боссу! И мне прям очень интересно, кто же это будет? Мы с тобой прямо сейчас это, конечно же, узнаем. Стоп! Это что такое? Ого! Это что, обновление? Парни, поздравляю! Вам очень круто повезло! Серьезно? Это что вообще за чувак? Я впервые его вижу! Скажу вам по секрету, шанс его выбить капец какой маленький! Ага, это я уже понял, потому что до этого мы его еще никогда не встречали! А на самом деле он в игре уже есть капец как давно! А, да! А я думал, что это ваши эти скибиди унитазы! Не, Борис, на скибиди туалет он не похож, и знаешь, на самом деле, кого-то мне этот чувак напоминает. Бубик, а как ты думаешь, кто это? Я не знаю, Сёма, я не могу вспомнить. Победа над боссом – это лишь маленькая победа в вашем великом квесте. Идите вперед с верой в себя и надеждой на светлое будущее. Окей, как скажете, босса мы уничтожили? Сёма, ты мне уже скажешь, кто это вообще был? Ага, сейчас мы только быстренько накликаем этот ящик, а ты обязательно кликни на кнопку поделиться. И скинь этот видосик своим друзьям прямо сейчас, не жди ничего. Сёма, давай уже рассказывай. Ща-ща-ща. Подожди, еще чуть-чуть. Все, готово. Плюс 3 гемасика. Да, с этим заданием мы наконец-то справились. Ладно, так уж и быть. Сейчас я вам расскажу. Это же был настоящий создатель закулисья. А, реально? А я тогда откуда его знаю? Ну, наверное, ты где-то с ним уже сталкивался. Стоп, ты что, был в закулисье? Не, Сёма, я бы там точно не хотел оказаться. Ага, там ведь... Так страшно! Ну не знаю, я бы наоборот очень хотел там побывать. Там, наверное, такие крутые чувачки. Вот эти вот монстры, ты что, вообще с ума сошел? Они ж тебя быстро вынесут. Да не, я бы с ним точно нашел общий язык. Так, стоп, нам нельзя отвлекаться. Ага, потому что прямо сейчас на кону у нас стоит настоящий квест. И в этот раз мы не должны его зафейлить. Да, потому что в прошлый раз Сёма нас подставил. И это реально было очень обидно. Так, окей, здесь мы максимально сосредоточены. Еще 400 хп, и мы его наконец-то вынесем. Бобби, дайте я помогу. Я хочу загасить его настоящей кошкой. Блин, чуть-чуть не подрасчитал. Ладно, Борис, самое главное, чтобы с ним справились, квесты, конечно же, выполнили. И получили еще халявные гемы. Они нам точно еще пригодятся. Ага, а пока что предлагаю пойти выносить следующих боссов. Не, Борис, это не такие уж и боссы, просто обычные монстры. Ну да, я имел в виду выносить этих чуваков. Кстати, Сёма, знаешь, что я понял? То, что у нас все еще не было ни одного из обновления. Ах, ну да, точняк, этого 666 все еще мы не видели. Ты же говорил, что будет еще какой-то скибиди унитаз. Кстати, да, Сёма, а что за туалет? А, да такой, обычный астротубзик. Окей, надеюсь, что мы его в скором времени встретим и обязательно вынесем. Кстати, а вы же помните, что в игре есть настоящий промокод Кубика? Ага, и пишется он вот так вот. Кубик. Да уж, это было логично. Сёма, так вдруг некоторые подписчики этого еще не знают? Тогда срочно прямо сейчас заходите в игру и активируйте промокод. Ты, возможно, заметил то, что я его активировать не смог, потому что я сделал это намного раньше. Ага, а у вас, конечно же, все получится. И очень сильно надеюсь, что чуваков из обновления мы, конечно же, прямо сейчас встретим. Мне очень интересно узнать, как же они выглядят. И как же они быстро умирают. Кубик, ты офигел, что ли? Это уже нечестно. Не-не, Сёма, все нормально. Мы просто двигаемся дальше. Следующий на очереди у нас очередной монстр, которого мы уже убивали и так 1000 раз. Ну, 1000 ты, конечно, переборщил. Но плюс еще одну победу в копилку мы, конечно же, можем засчитать. Да, давай посмотрим, кто будет следующий. Ну же! Блин, опять не повезло. Причем в этот раз капец как сильно не повезло. Вообще оказался настоящий спикер Титан. Надеюсь, что он все-таки выиграет. Кубик, ты что, совсем дурак? Нужно его выносить. Ага, Кубик, просто думай, что это зараженный спикер Титан. А, ну да, тогда в принципе можно вообще со спокойной душой просто его вырубать. Тем более, что у нас это уже почти что получилось. Да, я его добил. Дальше вынесли вот этого страшного монстра. Потом настоящего библиотекаря. И справились с чуваком из закулисья. Блин, я бы так хотел с ним познакомиться. Сёма, ты уже достал. Ты бы со своими желаниями был немного попроще. Ну а что? Я в этом ничего плохого не вижу. Окей, прямо сейчас намечается какой-то босс. И это будет скибидишник. Стоп, Сёма, это что? Тот самый новый туалет, про которого ты говорил? Не, Кубик, он на астротуалета вроде не похож. Да, это он! Вы наконец-то на него наткнулись! Блин, серьезно что ли? Сёма, а вот я сейчас на него смотрю, и у меня есть такое предчувствие, что я его уже где-то видел. Блин, ну ладно,
Это не он. Он был раньше. Хёк, Бакарёк, ты совсем дурак, что ли? Зачем ты меня тогда путаешь? Я просто хотел тебя немного заскамить. Ага, размечтался. Так, стоп, у меня стамина закончилась. Хорошо, что хотя бы я смог все-таки вынести этого чувака. Тьма отступила. Но ваш путь только начинается. Судьба мира остается в ваших руках. Идите вперед, герой, и покажите всем, что вы способны на большее. Окей, как скажете. О, Пит, а теперь нам нужно просто взломать сейф и получить халявные гемы. И мы, конечно же, прямо сейчас начинаем кликать. Кстати, ты тоже можешь нам в этом помочь. Просто прямо сейчас кликнуть на кнопку лайка. Кликнуть на кнопку подписаться. А еще не забудь, конечно же, нажать на следующее видео, которое здесь уже появилось. Тебе осталось просто на него кликнуть. Точно так же, как это прямо сейчас мы делаем с этим сейфом. Да, Кубик, и походу у нас есть проблемы. Фух, вроде справились.